Лекция лауреата медали и премии имени Николая Лобачевского 2021 года Иджата Сабитова была посвящена теме «Гипотеза кузнечных мехов и ее доказательства». Мероприятие проходило для студентов и профессорско-преподавательского состава Института математики и механики. В ходе лекции профессор сделал экскурс в историю, упомянув труды Евклида, Лежандра, Роберта Каннели и Клауса Штефана. Наука состоит из гипотез развития науки по Спенсеру. Появляется сначала знание, потом на грани знания, незнания появляются вопросы. Вопросы исследуются, появляются ответы. Когда ответы появились, то появляются новые вопросы. И вот такое бесконечное развитие знания. В ходе своей лекции профессор рассказал, что гипотеза кузнечных мехов появилась тогда, когда узнали о существовании изгибаемых многогранников. Выяснили, что их объем в ходе их изгибания не меняется. Появилась гипотеза, что данное свойство справедливо для всех изгибаемых многогранников. И данное предположение назвали гипотезой кузнечных мехов. Я доказал, что для любого многогранника, изгибаемого или неизгибаемого, неважно, существует многочлен, найдя корни которого, можно найти объем многочлена. Если мы знаем длины ребер, знаем и знаем законы соединения граней. Как отметил лауреат, при этих условиях можно найти многочлен, приравняв его к нулю и получить уравнение. Решив его найти корень, в конечном итоге корни дадут объем любого многогранника. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.